Вот она, утро новое. Вот этот, брошенный родителями, кормим, пока еще живой. Оттуда только вылетают. Вот это отец их. Так, оправился прямо вовнутрь. Дальше. Должна сейчас она вылететь. Так, опусти, Володя, шторочку, чтобы туда не залетели. Вот тюль сюда, тут палки внизу, палочки, бревешечки такие. Вот он теперь этому подходит, а уже и кормить не кормит, все. Не отрыгает ему, сам уже клюет. И тот пытается клевать, а клюет только буквы там какие-то. Ничего не понимает. Я сейчас жду, когда вылетит вторая, посмотрим. У них вывелся вчера голубенок. Одно яйцо было, и они выпарили. Почему одно, тоже непонятно. Бывает иногда, редко-редко. Вот она. Вот она вылетела, все. Скорее надо посмотреть, что там у них в гнезде, пока ее нету. Ну-ка, уходи отсюда. Вот он колеблется. Ой-ой-ой. Перышко лежит, перышко лежит. Убрать. Ну-ка я его возьму в руки, чтобы показать, какой он. Вот он какой. Это, смотрите, вот на два пальца лежит. И головенка куда это? Будет настоящая птичка летать. Вот она доскорен. Слепышок, и она как-то рот ему не находит, и в рот ему сунет. У нее ни глаз, ничего нет. А зачем ему глаза? Все на ощупь. Боязно, что травинки тут вот эти вот могут задеть его. Там соломинки. Вот он лежит, головка у него боком. Ой, сейчас я туда бумажку скорее убрать надо, пока ее нету. Там у нее оправилась, она надо убрать скорее. Вот так он лежит. А лежит совсем. Никакой. Вон он лежит, там комочек. Махонький такой комочек. Вот он. Сейчас я отхожу скорее отсюда, чтобы не мешать им. Ей надо возвернуться домой. Вот она слетела. Закрыла его грудью. Все, она зашла. И не задавит ничего, все как надо. Это тоже что-то тыщет у нас, а ничего нету. Вот этот, там нет ничего. Ему надо клевать, а надо на этой стороне, он не понимает. Сейчас еще дополнительно дам туда семечек и зерна, чтобы он... Горе какое, не может... А этот все ест, сам клюет, как надо. А это их отец. Это сегодня у нас должно быть
20 вроде бы. Сейчас я гляну, какое число-то. Ну да, 20 марта. Ну, сейчас уже время у нас 6 часов 16 минут. Мы помолились, все.